В эфире телеканала ТНТ «Армавир», информационная программа «Твои новости». Здравствуйте, уважаемые телезрители, в студии Марина Юрченко. И вот лишь некоторые темы выпуска. Праздник «Лето и детство». 1 июня на мероприятиях «Ко дню защиты детей» побывал Марк Бугаес. 3 июня отметил свой день рождения почетный гражданин «Армавира» Джамбулат Туоп. Чем запомнился он горожанам за время пребывания на посту главы города, вы узнаете в выпуске «Твоих новостей». В минувшие выходные «Армавир» праздновал День защиты детей. 1 июня центральная часть города на какое-то время превратилась в огромную детскую площадку. На мероприятиях побывал Марк Бугаец. Пыльные коленки, грязные ладошки. Возле центральной площади конкурс детского рисунка. Зажав в пальцах кусочки мелков, ребята с увлечением рисуют свои картины. Цветов всего 7, но и сюжетов у юных художников немного. Мирное небо, дружба и родная Кубань. Мы с 12-й школы, мы нарисовали земной шар, мы очень готовились. Земной шар олицетворяет, ну, как бы, что детей, которые все вместе поддерживают. Всех детей на мире. Всех детей в мире, да. Как бы этот праздник, праздник детей 1 июня, мы решили нарисовать детей. 8-я школа представляет картину. Картину в виде природы, в виде живописи. Тут происходит жизнь одной принцессы, которая очень любит бабочек, животных. Все как бы светится. Называется «Радость жизни». Раскрашиваем цветочки. Каждый там советуемся, спрашиваем и рисуем. В целом рисунок называется «Пусть всегда будет солнце». Солнечный круг на потрескавшемся асфальте. Места под нарисованным солнцем хватило не всем. Пока школьники спорят, чей рисунок победит, самые маленькие тихо сидят в сторонке. Этот малыш, когда вырастет, быть может, станет мэром и будет выступать на центральной площади. Ну а пока всех армавирских ребят поздравил Андрей Харченко. Закончился учебный год. Наверное, пора для нашей детворы и отдыхать. Хочу пожелать нашим ребятам, чтобы каникулы прошли удачно, успешно, чтобы вы набрались сил на новый учебный год, ну и чтобы лето 2013 года осталось в вашей памяти. С праздником вас! Специально к празднику администрация приготовила для армавирских ребят развлечения на любой вкус. Хочешь, оставайся на площади и смотри на праздничный концерт. Или, повернувшись в другую сторону, можешь следить за баскетбольными соревнованиями. Главное, чтобы дети почаще бывали на свежем воздухе, считает Владимир Сосновский. Чтобы вы как можно больше общались с природой. Потому что человек и природа неразделимы. Сегодня, к сожалению, иногда дети предпочитают общение с природой, общение с компьютером. Это, конечно, очень хорошо, но лучше все-таки побольше общаться с природой. На Арбате собрались дети и с увлечением передвигают по столу конфеты. Сначала непонятно, чем они заняты, но, приглядевшись, можно заметить на конфетах наклейки с обозначениями фигур. Ребята играют в шахматы, а вместо коней и офицеров у них карамельки и ириски. Кто выиграл, собирает себе в пакетик. Меня учили играть, и я выигрываю. Не дождавшись итогов турнира, многие шли прямо на ярмарку, расположившуюся вокруг Фонтана Победы. Здесь проголодавшихся ребят и их родителей угощали воспитатели в традиционных кубанских костюмах. Мы предлагаем пирожки с капустой, с картошкой, с клубникой, яблоками. С яблоками. Вот тут у нас квас. Да, квас домашний, очень вкусный. И вареники с вишнями. Пробуйте, угощайтесь. Очень вкусные. Сами пробовали. Пробуйте. Попробуйте. Берите. Прям пальчиком. Да. Салфеточки сейчас вам дадим. Вареники всем хороши, только на стену их не повесишь и перед друзьями не похвастаешься. Другое дело – игрушки и картины. На ярмарке можно было приобрести работы ребят из детских садов, которые они делали совместно с родителями и воспитателями. Скручиваются тоненькие полосочки бумаги, и видите, вот они скручиваются, а здесь они надрезаются, склеиваются. Вот такая шкатулка в виде очаровательного барашка получается. Мы купили картинку, вышивку из бисера. Она понравилась, потому что в ней много разных цветов. Мы пойдем сейчас вокруг фонтана. В общем, занимательно и интересно провели этот день армавирские дети. А администрация позаботилась, чтобы память о празднике сохранилась у них надолго. Марк Бугаец, Александр Пензев, служба новостей «Армавира».
продолжении темы. Для ребят из детского дома села Ковалевского уже стали традиционными ежегодные благотворительные обеды в ресторане «Астория». В этом году, 1 июня, к ним присоединились дети из школы-интерната номер 1 для детей из многодетных и малообеспеченных семей и школы-интерната для слепых и слабовидящих детей, чтобы в приятной обстановке насладиться вкусной едой. Какое меню приготовили для них повара «Астории», выяснял наш корреспондент. Для официантов ресторана «Астория» этот день особенный. 1 июня к ним заглянули необычные гости. Учащиеся школы-интерната номер 1, ребята из социально неблагополучных семей пришли на благотворительный обед. Для них попасть вот действительно в такую красоту, в такой ресторан – это действительно праздник. Многие из них, я уверена, почти каждый, впервые находятся в таком красивом месте. Это дети... отличники, хорошисты, победители соревнований. Вот 45 человек, которые, ну, действительно заслужили эту награду, оказаться в таком чудесном, прекрасном месте. И, конечно, большое спасибо дирекции ресторана «Астория», который нас сюда пригласил. Одно дело еда из школьной столовой и совсем другое – полноценный обед из трех блюд от одного из лучших шеф-поваров города. Все, что ребята смогли здесь попробовать, было приготовлено специально для них. В нашем ресторане есть детское меню, но помимо этого – такой замечательный праздник, День защиты детей. Для них мы приготовили специально разработанное меню, решили угостить их от нашего ресторана. Ребята кушают с удовольствием, но то и дело отвлекаются от еды, чтобы посмотреть по сторонам. Всюду шарики и цветы на стенах. Этот обед наверняка запомнится им на весь год. Я очень рада, что я здесь побывала. Очень все вкусно, мне все понравилось. Интересно. Салат с грибами ели, а сейчас борщ едим. Мне все понравилось, все красиво, аккуратно. Договорились, что мы куда-то в какое-то кафе пойдем. Я сначала удивилась, какое же кафе, а когда зашла, сердце, не знаю, как бы застукалось, так красиво, великолепно было. Я когда села, такой салат, ну, необыкновенный. Подобные благотворительные обеды в ресторане «Астория» проводятся каждый год и уже стали доброй традицией. Светлана Волошенко, Марк Бугаец, Александр Жирелеев, служба новостей «Армавира». К другим темам. По улице Мира идет реконструкция автомагистрали на участке от Урицкого до улицы Кирова. Работы стали частью краевой программы по капитальному ремонту дорог местного значения. Что планируют власти устроить на месте бывших торговых павильонов, выяснял Марк Бугаец. Работники службы спасения, вооружившись пилой, разрезают металлические конструкции и сваливают в кучу. Задача у них несложная, потому что на этот раз спасать никого не нужно. По улице Мира ведутся работы по расширению проезжей части, и сейчас спасатели демонтируют ларьки, которые мешают будущим парковкам. На обходе главы здесь был вопрос урегулирован. Дело в том, что у многих ларьков сроки аренды закончились, а в дальнейшем их аренду не продлевали. Ну, у них же есть торговые площади в самих магазинах и... тем, кому уж позарез, значит, будут предоставлять другие места. Нехватка парковок, особенно в центральной части города, одно из главных неудобств, с которым сталкиваются местные автомобилисты. Поэтому, когда «Армавир» по краевой программе получил около 100 миллионов рублей, первым делом часть денег муниципалитет определил пустить на решение этой проблемы. Всего же в городе по завершении работ должно прибавиться около 200 парковочных мест. Сейчас вот эта вот сторона, будем говорить, левая, вся уйдет под парковочные места. Там, где остановочные павильоны общественного транспорта, там только частично будем делать парковочные места. Сейчас вот завезли уже бордюры. Как только снесут все вот временные киоски, ДСУ приступит к установке бордюров, а далее будем асфальтировать. Общая стоимость работ по этой улице составляет более 23 миллионов рублей. Марк Бугаец, Александр Жирелеев, служба новостей «Армавира». Анализ аварийности стал поводом для проверки. Прокуратура «Армавира» подала в суд на администрацию города. Причина – нарушение требований законодательства об автомобильных дорогах. Анализ аварийности в городе показал, что в 2013 году ее уровень существенно повысился. При этом большая доля приходится именно на дорожно-транспортные происшествия с участием пешеходов на нерегулируемых пешеходных переходах. Установлено, что 80% таковых не соответствует требованиям нормативных документов. В текущем году, в апреле, проанализировав и результаты состояния безопасности дорожного движения улично-дорожной сети города Армавира в прошлом году, в этом году, по результатам многочисленных проверок, обращений, писем, мы посчитали необходимым все-таки выйти в суд с иском о признании незаконным бездействием администрации.
3 июня школьники Армавира, как и всей страны, сдали второй обязательный госэкзамен по математике. Традиционно конверты с заданиями вскрыли в 10:00 по московскому времени. 607 учеников расположились в 4 пунктах проведения единого экзамена. По словам Надежды Степовой, начальника управления образования городской администрации, математический экзамен прошел без видимых нарушений. Работы учеников 11 классов отправят в Москву на проверку. Результаты будут известны примерно через 7 дней. Следующий единый государственный экзамен, он по выбору, пройдет 6 июня. Количество баллов за ЕГЭ по русскому языку пока еще неизвестно. Научное сообщество живет и развивается в нашем городе. Пример тому – многочисленные встречи ученых, на которых и происходит общение и обмен опытом. Так, в минувшую пятницу в Армавирском лингвистическом социальном институте состоялась конференция всероссийского уровня. Подробности в следующем материале. 31 мая двери Армавирского лингвистического социального института распахнулись для многочисленных гостей Всероссийской научно-практической конференции с международным участием «Актуальные проблемы науки и образования. Опыт и перспективы». Традиционное мероприятие в этом году было посвящено памяти безвременно ушедшей Риммы Сакиевой, учредителя ALSI. Вся жизнь ее была отдана науке и педагогической деятельности. Отрадно, что сегодня присутствуют ее коллеги и друзья, все те, кто разделял ее научные взгляды и поддерживал ее начинания. Трудно представить сегодняшнюю конференцию без Риммы Сафраиловой. Она всегда была идейным вдохновителем и организатором научных мероприятий нашего вуза. Динамично развивающийся, но сохраняющий традиции, таким знают Армавирский лингвистический социальный институт сегодня. Таким планируют его видеть завтра и руководство вуза, учащиеся, а также власти города. Я бы хотела пожелать, конечно, прежде всего сотрудникам вуза сохранить все те традиции, дух Риммы Сафраиловны, как она это приносила, такую свежую мысль. Всегда у нее была новизна, всегда были инновационные проекты. То есть она никогда не останавливалась на месте. Нельзя забыть этого человека, потому что вкладки в дело развития образования в городе в крае достаточно весом. Меня с Риммой Сафраиловной связывало более чем 40-летняя история взаимоотношений, разумеется, и личностных, и производственных. Некоторых из присутствующих связывала многолетняя дружба с Риммой Сафраиловной. Эти люди, как никто, знали близко талантливого и активного человека, сумевшего создать один из первых частных вузов на Кубани. Я стояла у истоков формирования не только души Риммы, как исследователя, но и ее научного становления. С первых же дней, когда она начала писать свою лингвистическую, литературоведческую диссертацию о Штрихматере, я была с ней. Конференция прошла на высоком уровне. Участниками представлено 117 докладов, среди которых работы аспирантов, магистрантов, студентов как ALSI, так и других вузов из разных городов нашей страны и зарубежья. Дарья Топчива, Станислав Чинский, служба новостей Армавира. 3 июня почетный гражданин Армавира Джамбулат Хизирович Хатуов отмечает свой 51-й день рождения. С его приходом на должность главы администрации Армавира в 2006 году в городе начались многочисленные динамичные преобразования, которые продолжаются и по сей день. Сам же Джамбулат Хатуов на протяжении последних лет является вице-губернатором Кубани. Нынешний первый вице-губернатор Краснодарского края родился 3 июня 1962 года в Новокубанском районе в семье служащих. Прошло много лет, и он стал известен как талантливый руководитель. Возглавив в 2006-м Армавир, он сумел вывести его в число передовых городов Кубани. И даже сейчас Джамбулат Хизирович продолжает оказывать большую помощь нашему муниципалитету. Мы провели опрос, чем запомнился Джамбулат Хатуов армавирцам за время пребывания на посту главы города. Ну, вообще, когда он был мэром города, город преобразился буквально на глазах. Во-первых, улицы стали чище, порядок стал в городе. Витрины магазинов, по крайней мере, вот к праздникам, вот реклама стала лучше. Вот, ну, реально город начал процветать. И как-то и молодежь стала веселее, вот он как-то и мероприятия организовывал. То есть, и даже вот когда он уже в крае начал работать, ну, то есть, человек дела, человек воли, который может и организовать, и проконтролировать, ну, недостойно, ну, что сказать. Ну, чистота в городе стала. Стали дороги хорошими. Он все делает для людей. Мне понравилось его правление.
уровень жизни повысился. Я живу в Успенском районе, и мне очень нравилось его облагоустроенный район. Ну, облагоустроил все. Город просто стал очень красивым после его правления, как говорится. Вот. Появились фонтаны очень много. Ну, я запомнила, как он навел порядки здесь в городе. Начали разрушаться старые здания, начали строиться новые, возводиться. Вот, дороги стали строиться просто интенсивно. Порядка стало больше в городе, раз. Ну, дисциплина чиновников немножко, не сильно, но стала значительно лучше, раз. Преобразился город, два. Начали строить для таких вот шпендиков маленьких детские учреждения. В школах более снабдили, ну, наглядными пособиями. Ну, много, конечно. По сравнению с предыдущими, пускай не обижаются, Хатлов сделал много для города Армавира. Недаром он здесь на... как почетный гражданин города Армавира. Больше ничего. Если бы он вернулся к нам, хорошо было бы. Он сделал наш город намного чище, намного светлее, намного краше. Когда он стал главой города, все стало до такой степени красиво, как раньше не было. И наши улицы стали чистыми, яркими от цветов. Навел порядок после даже Королева этого. Был колодяжный. Такая плитка вся поднялась кверху. А он молодец, ой, умница, я его так люблю, поэтому его и забрали туда, Ткачев. Пожелала бы здоровья ему, и дай бог, чтобы у него еще долго-долго были вот такие хорошие у него таланты. И снова к главной теме этого выпуска – теме детства. 1 июня армавирская ячейка «Суть времени» провела всероссийскую акцию «Дети России. Время знать». В Международный детский день она стартовала во всех городах нашей страны. Армавир не стал исключением. Напротив кинотеатра «Родина» активисты команды «Суть времени» развернули стенды с детскими рисунками и советскими патриотическими плакатами. Творения маленьких художников анализировались. В праздничный день организаторы попытались показать окружающим детское видение мира через наивные картинки о своей стране, своем герое, своем будущем и семье. В масштабном проекте приняли участие почти 3500 ребят в возрасте от 5 до 13 лет из 63 регионов России. Также прошел сбор подписей под резолюцией съезда родителей Всероссийского сопротивления. Их набралось 144. Главная мысль резолюции – всестороннее развитие и воспитание каждого ребенка. День защиты детей продолжили отмечать в Армавире в воскресенье, 2 июня. В этот день торговый центр «Маркер» совместно с комплексным центром социального обслуживания подростков и молодежи провел развлекательное мероприятие. Посетила его и наша съемочная группа. Теплый летний денек. Мальчишки и девчонки, а также их родители пришли в торговый центр «Маркер» не за тетрадками и другими школьными принадлежностями, как обычно, ведь учебный год-то завершен, а за хорошим настроением, а если повезет, то и за подарками. Самый детский магазин «Маркер» приветствует вас от всей души. Сегодня мы собрались благодаря вам, благодаря тому, что существует такой праздник – День защиты детей. Мы хотим пожелать вам всего самого хорошего. Будьте здоровы! Радуйте своих родителей! Много интересных номеров от творческих коллективов города ждало собравшихся в этот день. Среди выступающих были и артисты, получившие признание далеко за пределами нашего города. Одна из них – Анастасия Верясова. Девушка – лауреат всероссийских международных конкурсов, обладатель ордена «Молодое дарование России» «Чароитовая звезда». Между выступлениями артистов ведущие проводили конкурсы для девочек, мальчиков, мам и пап. У всех из пришедших на праздник была возможность показать свои таланты. Сейчас мы вам раздадим газеты. Все очень просто. А вы из газет, без всяких приспособлений, без скотча, без ниток, без скрепок, без ничего-либо, будете нам изготавливать сейчас головной убор. Но мало того, его изготовить, его потом нужно и продемонстрировать. С этой задачей все девочки справились по-своему. Кто-то просто скомкал газеты, а кто-то аккуратно сложил очень даже приличную панамку. После чего юные модельеры примерили на себя творение и заслужили аплодисменты.
аплодисменты зрителей. Вообще, весь праздник царила атмосфера хорошего настроения. Маркер постарался, чтобы скучать никому не пришлось. Классно было представление, выступление, разрывы читали про маму. Интересные конкурсы всякие были. На концерте мне нравится, мне очень нравится. Нет, ну я понимаю. Потому и магазин тоже хороший. В нем много полезных предметов. Таким прекрасным праздник бы не получился без поддержки друзей Маркера, среди которых депутат ЗСК края Андрей Дорошенко, руководитель ансамбля танца «Армавир» Эдгар Тахян, а также кондитерская фабрика «Метрополис», позаботившаяся о сладких угощениях для детишек. Концерт завершился лотереей. Среди своих покупателей Маркер разыгрывал книги, наборы для художников, надувные подушки и много чего интересного. Ну а главный приз праздника – велосипед. Долго не хотел никому доставаться, и только на третий раз выигрышный номер нашел своего обладателя. Им оказалась Юлия Быкова из Новокубанска. У меня нет велосипеда, я безумно очень рада. Теперь на этом велосипеде будет кататься мой сын. Дарья Топчива, Александр Жирелеев, служба новостей «Армавира». День медицинского работника будет отмечен по-новому. 28 мая стартовал фотоконкурс «Интерны» от телеканала ТНТ «Армавир». Каждый может проявить свои творческие таланты. Просто надо придумать яркое и оригинальное поздравление ко дню медицинского работника и прислать его вместе со своей фотографией в белом халате на почту info@amedia.tv. Не забудьте указать при этом личные данные и контактный номер телефона. Фото будет опубликовано в разделе нашего сайта и в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассниках. Жюри определит тройку лучших. Возможно, именно вы станете победителем конкурса и получите главный приз. Почувствуйте себя интерном. Об этих и других событиях вы сможете узнать в любое время суток на сайте в интернете www.amedia.tv, а также в наших группах в социальных сетях. Там же можно поучаствовать в обсуждении новостей и предложить темы для репортажей. На этом выпуск завершен. Далее информация о погоде на ближайшие сутки. В студии была Марина Юрченко. Всего вам доброго. Одежда ведущей предоставлена магазином женской одежды «Гюзела Классик».